просто. Видишь, ничего не жарится, без корочки, диетическое практически блюдо. Дорами фасоль – легкая овощная закуска, на приготовление которой у вас уйдет совсем немного времени и сил. Болгарские перцы нарежьте тонкими полосками, обжарьте в сковороде вместе со стручковой фасолью, соевыми ростками и цедрой – лайма или лимона. Затем добавьте в овощи чеснок, мяту и свежую зелень. Потомите под крышкой. Для соуса сметану тщательно перемешайте с укропом, зеленым луком, мятой, чесноком и паприкой. Вот и все. Полезная закуска из бобовых готова украсить стол.